Это и была ошибка многих гонщиков. Газ в пол. Этим пользовались не все, и в итоге машину спасали с помощью троса. В битве под Палоском приняло участие более 50 экипажей со всего Алтайского края. Любители автоспорта выясняли отношения в личном зачете в двух классах. Это стандарт, где нужно было проехать на ровном участке дорог на время. И экстрим, на трассе препятствия, глубокие ямы и грязевые ванны для машин. Две трассы мы специально вызывали экскаватор, копали ямы. По стандартам РФС подготовили такие вот как бы сложные спецучастки. Там будет и качели, и ямы, и диагоналка, и развес в боковые стороны. Чтобы подготовить машину к таким испытаниям, уходит около года. Чаще всего на трассе выступали на советском транспорте. УАЗ и Нива смотрелись предпочтительнее японских Сузуки или Тойот. Если самый сложный участок на трассе наши проезжали, то другой иностранный автопром висел на пузе. Адреналина очень много. Прям... ноги трясутся еще до сих пор. Но я считаю, что выступили нормально. Тем более Нива практически не подготовлена, ничего. Ни блокировок, ничего. Резина маленькая, стандартная стоит. Как бы я доволен своим результатом. По словам организаторов, эти гонки – победа над пандемией. И многие надеются, что через год они вновь состоятся. По итогу пятичасовых заездов у барнаульских гонщиков 5 медалей, у хозяев из Палска 4, у спортсменов из города Бийск 1 медаль. И смотря на трассы, где выступали участники, понимаешь, что не такие уж и плохие дороги в городах Алтайского края. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризен. День с толком.